Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Добрый день, у микрофона Мария Кожевникова, а в гостях у нас финансовый эксперт группы компании «Делай деньги» Татьяна Мокина. Татьяна, добрый день. Добрый день. Все мы хотим улучшить свою жизнь, заехать в новую квартиру, купить машину получше, но зачастую все заработанные деньги тратим на текущие расходы, а мечты так и остаются мечтами. Татьяна, давайте поговорим сегодня, как же достигать того, что мы хотим. Ну, во-первых, чтобы мечты стали реальностью, нужно четко ставить себе цели. Измеримые цели, конкретные. Хотите в отпуск? Узнайте, сколько примерно стоит путешествие. Установите срок для накопления. Это, знаете, как график платежей по кредиту, только платите вы в этом случае сами себе. Ну, обычно кредиты мы всегда платим в первую очередь. На себе экономим. Но вот если у нас есть кредитная нагрузка, если у нас несколько финансовых целей, как в этом случае нам грамотно распределить финансы? Нужно всегда исходить из своих доходов и расходов, оптимизировать свои траты и искать дополнительные источники дохода. Конечно же, расставлять приоритеты в своих желаниях, ставить реальные сроки. Еще советую начинать с небольших целей, но и правильно распоряжаться своими накоплениями. Складывать их в копилку сегодня очень глупо, ведь из-за действующей инфляции вы просто будете топтаться на месте. Ну вот, например, в сентябре инфляция составила примерно 6,8%. Именно на этот процент стоимость товаров и услуг дорожает, а ваши деньги дешевеют. Поэтому деньги нужно вкладывать под проценты. И если хотите их сохранить, то ставка, соответственно, должна быть выше инфляции. Ну, насколько я понимаю, банки таких процентов не предлагают. Да, сегодня в банках ставка может быть ниже уровня инфляции, либо примерно где-то, да, на уровне. Хорошей современной альтернативой являются кредитные потребительские кооперативы. Например, в «Делай деньги» сейчас действует ставка 13,5% годовых по сберегательным программам. То есть почти в два раза выше инфляции. Насколько я знаю, в «Делай деньги» несколько различных сберегательных программ, какую лучше выбрать вот как раз для того, чтобы копить на конкретную цель. Вот вы правильно сказали, на конкретную цель. Если ваша цель – долгосрочные какие-то планы, то лучше выбрать программу «Максимальный рост», где выплата процентов будет в конце срока. Ее можно открыть на срок от 3 месяцев до года, а пайщикам от 45 лет можно открыть от 1 года до 3 лет. Обе программы включают пополнение и капитализацию процентов. Если цели краткосрочные, то можно выбрать программу «Стабильный доход». Действует на срок от 3 месяцев до 1 года. Проценты по ней можно снимать ежемесячно и действует также пополнение. Еще у нас есть специальная программа для тех, у кого есть накопления и они не любят ждать. Это проценты вперед. Кому это очень удобно? У кого, например, длительная цель накопить на квартиру, на машину и так далее, и уже скопилась большая часть денег, но они, например, захотели отправиться в путешествие. Они кладут деньги на год, то есть деньги у них сохраняются и сразу получают доход. А какая минимальная сумма размещения? Минимальная сумма 30 тысяч рублей по всем сберегательным программам, максимальная 3 миллиона. Куда могут обратиться наши слушатели, если у них еще остались какие-то вопросы? В любой офис «Делай деньги». И можно проконсультироваться по телефону 47-96. В гостях у нас была финансовый эксперт группы компании «Делай деньги» Татьяна Мокина. Татьяна, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня и доброго дня всем нашим слушателям. Спасибо. Деньги в дело. Финансы и недвижимость. Кредитный потребительский кооператив «Делай деньги» Киров. Вступительный взнос 100 рублей, паевой 1000. Член кредитного потребительского кооператива несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного потребительского кооператива. Ставка 13,5% годовых действует для всех сберегательных программ и фиксируется на весь срок договора.